16 августа на телефон дежурной части поступил вызов из магазина ДНС и сообщение о краже. Уроженец Северодвинска вместе с сообщником решили поживиться в отделе компьютерной техники. Пока один молодой человек отвлекал консультантов, другой осторожно снял ценник, закрыл ноутбук и, убедившись, что не замечен, быстро спрятал технику в сумку. Однако вынести ноутбук из магазина ему не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу. Молодого человека задержали, был вызван наряд полиции. Этот гражданин сообщил информацию о своих подельниках, где были задержаны еще четверо граждан. Среди них девушка, тоже все уроженцы города Северодвинска. Из них девушка, находящаяся в розыске, был проведен обыск, где были изъяты вещи, имущество, тоже цифровая техника, вещи, ноутбуки, телефоны, игры, Xbox, по которым и также дают явки сейчас о совершенных преступлениях. Это была не единственная кража, совершенная этими гражданами. Преступники доставлены в дежурную часть и написали явки с повинной.